поговоримо про стан ринку праці, який, на жаль, в Україні ще й досі не можна назвати білим. Запрошую гостей до моєї студії. Сьогодні до нас завітали Костянтин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. Вітаю вас, пане Костянтине. І Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Вітаємо вас, Борисе. Панове, дякую, що ви сьогодні тут у нашій студії. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо для вас наживо. Тож, якщо у вас є певні думки або, можливо, питання до наших експертів, будь ласка, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або залишайте повідомлення у Вайбері. За деякий час ми приєднаємо до нашого ефіру ще одну спікерку. Згодом скажу, хто це буде. Вона надасть нам певну цікаву статистичну інформацію. Ну, а поки що пропоную, панове, почати з інфопривіду, так сказати. Податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах. Перевіряючих цікавить кількість штатних співробітників і співвідношення цього показника з обсягами виробництва. В першу чергу звертають увагу на ті сфери, де і раніше часто було зареєстровано незадекларовану працю. В першу чергу йдеться про галузь торгівлі. За три місяці перевірок виявили 10,5 тисяч працівників, які працювали без офіційного оформлення. Є в мене і інші статистичні дані, про них згодом. Тож, скажіть, будь ласка, ці перевірки, що вони дають? Вони є певним важелем для роботодавців, аби все ж таки працевлаштовувати своїх співробітників офіційно? Ну, я вам скажу так, що для того, щоб оформляти сотрудників, то от іменно таким адміністративно-командним способом ми ніяк не заставим предпринимателей оформлять своих сотрудников, потому что, ну, это как в фильме «Берегись автомобиля». Вы, ну, вы за мной гоняетесь, а я уезжаю. То есть вы за мной едете, я буду убегать. Находить способы, как укрывать, я буду всегда на шаг впереди. Поэтому для того, чтобы этого не было, то есть уже в Раде поданы там два законопроекта, а один готовится. Это 5388 и 5371. Вот они говорят о том, чтобы убрать бюрократию, не нужно абсолютно для ведения бизнеса, и тогда бизнес не будет штрафовать по таким формальным нарушениям, как, допустим, там какой-то там график отпусков или график больничных, я вот не заполнил, 6 тысяч гривен штраф. С 1 января это будет уже 6,5 тысяч гривен штраф. Вот таких 18 видов документов, и любой предприниматель, любой ФОП, он на вот эти вот 18 умножить на 6, он обязательно, он как бы их нарушает. Тобто, поки що розглядаєте ось ці привіди для штрафів як это тиск? Это первое, а второе, необходимо уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Она очень высокая, одна из самых высоких вот, по уровню экономики в мире. Это очень высокая ставка. 41,5%. Ну, дивіться, зараз йдеться про такі суми. При виявленні порушень, наприклад, неофіційного співробітника компанії випишуть штраф у розмірі 60 тисяч гривень. За повторне порушення штраф збільшується утричі до 180 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, ваша думка, от зараз пролунала, що краще заохочувати іншими засобами, ніж тиснути штрафами і погрожувати роботодавцю. Ваша думка, а чи роботодавець йде на зустріч державі? Я з Борисом повністю согласен по цьому підходу, тому що здесь вопрос системної роботи. Здесь системний підход, і роботодатель должен бути вовлечен в цьому вопросі і мати заінтересованість. Сьогодні заінтересованість вистраюється по принципу кнута. От, кнут – это хороша вещь, може бути, для рішення там разових задач. Но на системному уровні це не работает. Необходимо двигаться, да. Необходимо где-то, и мы за этот вопрос сильно ратуем. Мы сегодня, например, в рамках Национального трехстороннего совета, куда я вхожу, мы проводили как раз комитет по труду, проводили обсуждение вместе с профсоюзом и Минсоцполитики вопрос по трудовому новому проекту работы с трудовым кодексом, кодексом о труде. И как раз этот вопрос обсуждались, как создать условия, при которых все-таки будет баланс соблюдаться. И государственная политика должна будет выполняться налогообложение. Но работодатели и работники должны быть вовлечены в эти процессы адекватно.
Це дуже складний процес. І вони не залучені до цих процесів. А ви знаєте, ми ж працюємо ще, кодекс труда у нас ще там... 71-го року. 71-го року, да, з моєго рождення, 50 років. Да? Тобто, виходить, що ми працюємо ще по тим правилам, коли, ну, по совєтським правилам, воно вже все не збалансовано, не працює. І там позиція така, тобто, це дуже складний процес. З однієї сторони, необхідно готувати дуже великий базовий документ, його пропонували в початку этого года, мы обсуждали его. Потом это все зарезали, и сейчас возвращается к позиционным позициям, ну, какие-то рамочным вещам, вещам работать. Но так или иначе, мы все равно должны прийти к какому-то базовому блоку документов, законов, которые позволяют гибко быть и двигаться. Тем более с учетом сегодняшней ситуации с жесткими ограничениями по бизнесу, которые существуют в рамках карантинных ограничений. Мы же, правда, мы же никуда от этого не делись. Поэтому нельзя одним кнутом это решать. Более что, ну и сейчас те меры, даже те плюсы, которые предлагаются со стороны государства, они же не компенсируют. Мелкие компенсации, это же ни о чем. Про какие сейчас компенсации идется? Ну, вопрос мы говорили разных. Там мы говорили о компенсациях по ДФОПу. Мы говорили вначале, помните, только началась кампания в прошлом году, это вопрос компенсации и по детям для ФОПа было. Это... компенсация для предприятий, которые остановили свою деятельность, или же сотрудники переведены в вынужденный отпуск. И эта система так или иначе работает. Но те компенсации, которые приводятся, они же, ну, они же покрывают, ну, там, часть расходов реально, которых работодатель несет для того, чтобы свой бизнес все-таки сохранить. Поэтому имеем тенденцию прекрасную, в кавычках, закрытие ФОПа, ухода людей из бизнеса, в конце концов, превращение в дотационные какие-то позиции. Нас приучают к субсидированию. Это неинтересная вещь. Вот. Ви знаєте, що, до речі, до підтримки держави, особливо у час карантину, от буквально сьогодні з'явилася новина, депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт, що пропонує виділити 3 мільярди гривень з бюджету 2021 року для соцпідтримки застрахованих осіб, які у зв'язку із запровадженням в окремих регіонах обмежувальних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання. Чи чули цю новину, як до неї ставити? Не слышал, но я могу сказать обратную новость. Мы сегодня обсуждали нашим третьим вопросом повестки, было обращение в сторону правительства закрыть все-таки в течение этого года задолженность перед 140 тысяч работниками в размере 4 миллиардов гривен. Вот и мы об этом говорим по заработной плате. Это держслужбовый сектор? 70% это гос- и коммунальные предприятия. Мы говорим сегодня о том, что государство... 70% с этой суммы – это прямые обязательства государства. 4 миллиарда на 7 – это 20, почти 3 миллиарда. Мы говорим сегодня о тех же 3 миллиардах, которые уйдут, должны быть закрыть зарплаты, которые… Вот, я постоянно участвую там, в аппаратных или же в каких-то… Ну, в аппаратных совещаниях, совещаниях по зарплате. Вот там комиссия, сейчас у нас так, опять возродили комиссию по минимальной зарплате, и мы как сторона работодателя участвуем в ней. Постоянный вопрос… который возникает, это закрыть долги. Из 5 приглашенных на эту комиссию, 3 – это гос, ну, коммунальный госсектор. И государство сегодня вот эти обязания может закрыть, а там реальные люди. Это больницы, кстати, и образовательные, в первую очередь, и школы, и больницы. Вот. И об этом говорим. А вот это, ну, это, наверное, хорошая инициатива, но ее нужно изучить. Опять же, вопрос, куда эти деньги уйдут? Просто по гривне раздадутся. Зрозуміло. Ну, от, вот эта задолженность, она как раз может пойти перекроется. Она реально перекроет, да? Она пойдет в экономику, и она будет, ну, как бы, немножко как-то даст свежей крови. Вот эти 3 миллиарда. То есть они действительно нужны. І деньги нужні, так. Ну, і заробітна плата так дійсно людям має виплачуватися. У нас на зв'язку ще одна спікерка. З нами знаходиться Світлана Мельник, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір і вам. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії. Потіште нас цифрами, впертою статистикою, щоб ми зрозуміли, які наразі відносини мають українські найманці і українські роботодавці. Ну, служба зайнятості працює з роботодавцями. Роботодавці, відповідно до чинного законодавства, подають вакансії до центру зайнятості. Всі вакансії, які подають роботодавці до центру зайнятості, це безумовно легальні, з виплатою легальної заробітної плати.
В порівнянні з минулим роком кількість вакансій дещо збільшилася. Це, звичайно, невеликий відсоток, він складає всього 5%, однак це ратує. Крім того, служба зайнятості веде велику інформаційно-роз'яснювальну роботу з двома сторонами вказаного питання, як з роботодавцями, так і з найманими працівниками щодо необхідності дотримання правильного оформлення трудових відносин. У нас проводяться семінари для незайнятого населення і, відповідно, семінари для роботодавців. В минулому році служба зайнятості приймала участь також в заходах, які проводили Держпраці з роботодавцями. Проводили ряд спільних інформаційно-роз'яснювальних заходів з різними підприємствами. Ну, скажіть, будь ласка, коли ви проводите ці заходи і працюєте і з безробітними, і з роботодавцями для обох цих категорій, от сьогодні які головні важелі спрацьовують, коли люди дослухаються, що треба офіційно оформлювати співробітника, і коли люди дослухаються, що треба працевлаштовуватися тільки офіційно, коли ви їм що кажете? Ну, особа, особисто кожен громадянин повинен думати сам про себе. Знаєте, є таке прислів'я, що спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. Якщо людина погоджується на оформлення трудових відносин, вірніше, працювати без оформлення трудових відносин, вона повинна віддавати собі звіт, да, що в подальшому вона може залишитися без виплати лікарняного. Якщо вона буде звертатися до центру зайнятості, це не буде виплата допомоги по безробіттю. І в кінці кінців це суттєво вплине на її отримання її пенсії. Тому ми достукуємося до безробітних, звертаємо увагу на це. Роботодавці у випадку, якщо в них Держпраця приходить на перевірку і знаходить такого працівника, який працює нелегально, там передбачені дуже суттєві штрафи. До 30 тисяч до 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Тому це також є вагомий аргумент. Однак ми, безумовно, звертаємося до соціальної відповідальності роботодавців. Це не оформлення працівника, це крім того, що це в подальшому впливає на отримання різних соціальних виплат найманого працівника, зменшує відсоток надходжень до державного і місцевого бюджетів. Дякую вам за інформацію, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Останнє в мене до вас питання. Певно, що маєте великий досвід в роботі в секторі трудових відносин. Тож скажіть, будь ласка, яку спостерігаєте тенденцію? Чи український ринок праці виходить з тіні, чи, на жаль, на сьогодні цього не можна стверджувати? Ну, я, готуючись до передачі, шукала інформацію, якісь статистичні джерела, які б вказували, скільки який відсоток працівників в Україні працює нелегально. На жаль, я більш-менш достовірної інформації не знайшла. Але я надіюся, ми прикладаємо, служба зайнятості прикладає великі зусилля до того, щоб ми ж наближаємося до, хочемо ставати соціально відповідальним суспільством, тому я вважаю, що це такі якісь певні поступки до оформлення, більшого оформлення, легалізації в нас є наразі. Дякую вам за інформацію, дякую за час, який приділили роботі лайв-студії. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Світлана Мельник, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості. Повертаємося до студії. Ну от, панове, на що звернула увагу, так, зауважила наша спікерка про те, що намагалися дізнатися інформацію, певну статистику з того, скільки українців сьогодні працюють, на жаль, неофіційно. Чула таку статистику, що декілька років це було близько 3 мільйонів. І от знайшла інформацію, що за даними Держстату за 2020 рік у тіні працювало 3,4 мільйони українців. Тому, коли ми говоримо про 10,5 тисяч працівників, які працювали без офіційного оформлення, які були
нещодавно виявлені під час рейдів, то ми розуміємо, що це невелика їхня частина. Ну і водночас, от, звертаючись до думки експерта, експерт ринку праці Сергій Марченко вважає, що лише перевірками досягтися детінізації не вдасться. А ну, з цією тезою ми з вами вже погодилися, говорити про неї і зайве, дійсно. Але ось в мене таке питання. Зараз бачу, що це наші колеги публікували цю інформацію на сайті обозріватель.com, зауважили ви, Борисе, про досить велике навантажування на роботодавців щодо податків. І я бачу, власне, інформацію 2016 року. Уряд Володимира Гройсмана вже намагався робити кроки для детінізації ринку праці. Тоді ставку ЄСВ, яку платять роботодавці, було знижено з 41% до 22% від зарплати, а відрахування ЄСВ із працівника було скасовано. Але вивести ринок із тіні таки не вдалося. Чому? Ну, потому что эта норма действовала, во-первых, всего год. Во-вторых, не было информационной кампании про то, что там, насколько это надолго, ненадолго. У нас обычно как. То есть, непонятно. Сейчас мы... Боится. Мы сейчас, да, ну, это проблема, вот как во всем у нас, проблема с коммуникацией. Вот почему у нас там, я сейчас затрону больную тему, вот с вакцинированием, да, вот столько людей, которые вот так вот к этому относится. Это, ну, провал, провальная коммуникационная кампания. То же самое здесь. Ну, недостаточно просто взять и какую-то норму отменить. Надо людей подготовить, что будет, насколько это долго, какая стратегия, на что вы хотите выйти. Ну, то есть, этого люди не знают, не понимают, и им никто этого не говорил. Поэтому, конечно, такой результат. Ну, вот как... Какое вот исполнение, такой результат. Ну, давайте будемо відвертими. Чи не одразу всі роботодавці зрозуміли, що платитимуть за співробітників менше? Чи всі впродовж 2016 року масово почали офіційно працевлаштовувати своїх співробітників? Я вот в том году, вот тогда я, там не было общественной организации, я платил. И мне никто не говорил про это, что вот что-то скасовали. Я оплачивал все и узнал уже потом, что я вот этот год мог и не платить. Ну вот так. А потом это опять ввели эту норму. Ну, то есть, как бы, а люди, которые не платили, они думали, что отменят, и не платили, продолжали не платить, и потом их находили, штрафовали. Да, то есть вот это все вот провал вот коммуникации. Да? То есть люди не понимают, что делать. То есть нельзя просто взять и что-то взять бы все и отменить. Нужно людям объяснить, да, вот... Что вы хотите этим шагом добиться? Давайте вместе что-то сделаем. Вот тогда будет какой-то результат. Костянтине, до вас питання. Невже дійсно впродовж 2016 року мало хто з роботодавців знав інформацію про зниження ставки ЄСВ з 41 до 22% і розумів, що за рахунок цього держава очікує офіційного працевлаштування найманих працівників? Давайте сразу договоримся с вами, что работодавец – это не просто это какая-то там идеальная фигура. Работодавец – это от ФОПа, да, заканчивая, ну, условно говоря, там, металлургическим комбинатом или южным портом. Это же работодавец, все работодавец. Поэтому мы говорим сегодня о совсем по-разному построенных системах работы внутри каждого. Поэтому я не удивляюсь тому, это правда, сам на бизнесе, сам работодатель, предприниматель – я прекрасно понимаю, что где-то совершенно спокойно это прямо попадает в канал, потому что есть компании. Вот если компании нет, ее не было, это верно. Вот мы не знаем об этом. Но если к нам это попадает, дальше оно проходит определенную тему. Кто-то это сразу берет в работу. Быстрее всего это попадает к тем людям, которые каждый день считают свою копейку. Это ФОПы, это малый бизнес, все. Он считает свою копеечку, он все это знает. Дальше начинаются вопросы. Попадает в систему главных бухгалтеров, финдиректоров, финансирование финпланов. Для кого-то это вообще не разговор. Кто-то платит налоги, забывает. А кто-то за этим все делом следит. И вот здесь мы получаем с вами, ну, такую, знаете, вот картинку неравномерную. Нельзя говорить о средней температуре, чтобы все должны знать. Единственный способ, это очень верный способ, это совершенно спокойно строить коммуникационную политику грамотно. И она должна строиться, здесь опять же возвращаемся к вопросу, она строится на жадности, и на страхе. Жадность – это дать возможность показать, где ты сэкономишь, заработаешь. Ну, человеческая натура никуда не меняется. Предприниматель – он человек. А с другой стороны, ну да, существуют методы влияния, которые подталкивают. Но здесь очень важна позиция, и однозначно согласен с моим коллегой.
Это нужно делать системно и надолго. А попробовать потом отменить, когда человек только вошел в вкус, он понимает, что в этом вопросе он эти оборотные средства может положить... Просто наступного а потом, разу а потом они говорят, что не работает. Вот он не работает. Да. Для того, чтобы вот сделать, давайте сделаем на месяц. На месяц сделаем, потом скажем, ну все, мы не можем ничего уменьшать, оно же не работает. Называется пятилетка за три года. Да, мы же сделали. Вот видите, что не работает. Видите, какие они все недобросовестные. А мы даже не знали про это, понимаете? То есть, давайте чесно, от впродовж 16-го року не можу все ж таки не дозволити собі настояти на цьому питанні. Ваші знайомі, роботодавці, з ким спілкувалися, ті, хто знав, що дійсно ця ставка знижена, вони працевлаштовували свідомо своїх співробітників, якщо такі були, і брали більший штат офіційно? Не можу вам цього сказати, я вам совру, якщо скажу, що це да, чи ні, я не можу сказати. Конкретно в моем поле, например, в моем поле бизнеса, она совершенно спокойно эти вопросы позволяли работать, мы работали в своем плане, и людей принимали по работе. Я не думаю, что мы получили здесь значительный прирост сходу, но если бы и эта позиция была бы усилена еще несколькими вещами и системно, да, тогда, наверное, мы бы могли говорить о результате. Я не думаю, что эта позиция по оптимизации СВ, этих налогов, вопрос налоговой нагрузки, она тогда заключалась в выводе прямом, только в выводе с тени. Это, там 16-й год, это 5 лет назад. Там были свои интересные позиции. Нет у меня такой статистики. Я вам врать буду. Ну, понимаю, что кто-то принимал больше людей. Вообще, в 16-м году было вести бизнес по-своему легче, наверное, чем в 21-м. Давайте говорить, как есть. Чему? Ну, хотя бы из-за того, что мы находимся уже так минимум 2 года полноценной неопределенности. Да, связанной с... ситуации вообще там в мире и в связи с пандемией и так далее. Это даже из-за этого. Мы говорим о том, что многие вопросы сейчас находятся в изменении. Поэтому вот еще раз говорю, то есть сейчас же мы как вошли в турборежим в свое время. Мы же в него не выходим. Турборежим принятия законопроекта, ну, который давайте, не сужается. Да. Давайте погодимось, що у нас і запит суспільства, він такий, знаєте, з одного боку, давайте нам вже і сьогодні, ой, а що це ви взагалі видумали, нам це не потрібно було. Ви знаєте, що я вам скажу? Я був позавчора, 3 дні назад був, поїхав по плохому поводу, і їздив на похорон свого товариша, бізнесмена, який один із ключових був в Івано-Франковській області, 52 роки він ушов. После, вот на фоне это все вопроса. Как раз вот пример того, когда человек, социально ответственный бизнес. И вот так. И мы были, и я был, приехали во Львов, мы во Львов приехали, оттуда уезжали. И первое, что меня, знаете, там встречают, меня встречают таксисты, которые возят наших ребят в Польшу. Ну, встречают, и в том состоят. А потом я смотрю, кто с поезда выходит. Половина поезда сразу же, молодые ребята, с сумками, и они уезжают. А об этом... Когда я задаю вопрос. Приезжаем к ребятам, начинаем разговаривать по месту. Там все проще. Они говорят, ты собираешься? Я говорю, да, сейчас вот визу уже рабочую ожидаю. Все, третий раз еду. Почему? Он начинает мне давать раскладку. Про деньги, про социалку, про подход. И про то, что он сюда вернется. Но вернется он сюда для того, чтобы эти деньги вложить в дом, построить. Он там не останется. Но деньги зарабатывать будет там. Налоги будут там платить. Жить он там будет. Семья здесь будет жить, он там будет. А мы будем думать о том, как бы его заставить заплатить налоги еще и здесь. Да. Давайте, панове, маємо буквально 8 хвилин. Мы говорим о том, что вот он говорит, сколько за? $2000 я буду там зарабатывать за ту работу, которую я так розумію, навіть не кваліфікована праця. Ні, он уходит там, он дальнобойщик, там работает там на той стороне. А не кваліфіковано все. Мы говорим о порядках отвечающих. Вся Западная Украина, Закарпаття, действительно, это правда. И Одесса тоже. Да, да. Ну, многие работают. Одесса меньше, но... Давайте поговоримо про те, як би варто було не тиснути на роботодавця українського, да, а як варто було б його, як то кажуть, лагідно заохотити. Так вот, пожалуйста. Тільки ЄСВ, про зниження якої ми не знали у 16-му році. Не только. Я ж говорю, що одно із... больших нагрузок, одна из самых больших нагрузок, это вот эта ненужная бюрократия. Вот уже готовы два законопроекта. Расскажите, до речи, до них, хотела запитать. Смотрите, значит, первый там, 5371, этот законопроект говорит о том, что мы внедряем свободный договор. То есть, так как мы, ну, то есть есть рынок труда. Как мы с вами договорились... Американський підход. Да, так як ми з вами договорились, так оно і буде. Тобто, якщо індивідуальний підхід, так, окремий договір для кожної людини. Якщо ви хочете
чтобы я, допустим, ввел вот эти все эти перечни, все эти графики и прочее, мы их, первое, что можем оговорить, когда мы вам платим зарплату, когда аванс, когда все остальное в договоре. А если вы хотите, чтобы я еще дополнительно вам как-то что-то писал, то мое, ну, мое право отказаться от такого сотрудника, ваше право не принять условия такого работодателя, который это не хочет делать. Все, то есть вопрос, да, свободного договора. То есть мы договариваемся, оформляем это, и я уже не могу нарушить свой договор. Так же самое, как и вы. Вот это очень важно, это прорывной такой законопроект, который вот ждет своего... От яку б норму ви для себе, як для роботодавця, ні в коєму разі не внесли б у вільний договір зі своїм найманим працівником? Не платить ему зарплату. То есть на этом деле любой сотрудник бы не согласился. Ну, то есть, не для есть, себя, как для работодателя. Есть обязательно, смотрите, есть обязательные нормы, которые обязаны быть. Да, обязаны быть. Это согласно конвенции с Международной организацией труда. То есть они там просто должны быть прописаны. Это должен быть и аванс, и отпуск, и рабочий день определенный. Поэтому эти все вещи должны быть. То есть они там отражены, что если так, то так, если так, то так. Но мне не надо табелировать. Мы оговорили условия работы. Все. И мы так работаем. Вот, вот о чем вопрос. Вільний договір, що ще, які новели? Потом и 5388. То есть это также договор, который убирает много бюрократии. И он как бы так сказать, повежливее, убирает зависимость бизнеса от третьих лиц. Вот, например, есть в Трудовом кодексе такая статья, где я свой рабочий график должен согласовывать с местными советами. Вот 52-я статья Налогового кодекса говорит о том, что если я, допустим, вот у меня рабочий день пятидневка, да, а я вот хочу еще в субботу поработать. Нельзя так. Я должен, чтобы горсовет проголосовал. Вибачте, ми ж зараз говоримо про певні сфери. От я зараз собі малюю в уяві картинку, що йдеться про нічний клуб. Якщо нічний клуб ніяк не тиснути, він працюватиме 24/7. Смотрите, ще раз, це касається всього. Всего, понимаете? Это совок. Это норма, просто да, Советский Союз. Всю норму прибирают. Все думали, вот есть эти магазины, гастрономы, бабушки с таким этим, вот этим кокошником, таким, с такими вот этими халатами. Вот они вот такие мощные женщины, режут масло. И вот они, обед у них с часу до двух. И они уходят, и все, он закрывается. Суббота, воскресенье, выходной, извините. Мы тоже люди. И вот Советский Союз. И поэтому вот этому кодексу мы живем уже столько лет. И не можем его убрать, понимаете? Вот сейчас этот законопроект, он прошел... Сейчас я скажу. Он прошел, получается, комитет прошел первое чтение. Сейчас там 405 правок подают. Там есть любители всяких там вот инсинуаций, да, на защите как бы. Вот. Ну, на мы надеемся, да, чого? Да, 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 да. Вот найманого якобы... працівника? Да, 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 да. Вот я надеюсь, что он пройдет уже вот эти уже там эти круги, и мы увидим нормальное трудовое законодательство. Костянтине. Здесь вопрос же, знаете, такой, что вот по поводу всего кодекса о труде, это же было две позиции. Первая позиция профсоюза ее продвигает, чтобы делать один документ, базовый вот такой кодекс, который сразу же принимать и все там менять. И там же вопросы в либерализации очень плохо там рассматриваются. С другой стороны, есть позиция, после всех вопросов государство приняло позицию идти моментами вот решения конкретно, вот так, законопроектами. Входить и поле определенное закрывать, и потом балансировать уже по ходу. Они же разбомбили, был налоговый кодекс, они не дали его, заблокировали. Да, то же самое. То есть, соответственно, мы в данном случае, после того, когда работодатели посмотрели федерацию на этот весь вопрос, поняли, что если будем бодаться вот там дальше долго, ничего не сдвинется. Поэтому вошли в это поле и, ну, в принципе, поддержали позицию, чтобы работать по таким конструктивным вещам. Потому что за этим хотя бы сразу видно какие-то реальные моменты. Мы уже сегодня можем запустить свободный договор, можем запустить определенные упрощения работы здесь, либерализацию отношений. То есть можно это все сейчас сделать. Другое дело, чтобы опять же мы этот вопрос делали все время, постоянно, и выходили в поле понятных вещей. А потому что декларировать в начале своих там каденций 5 миллионов рабочих мест и кричать об этом, что мы сделаем в течение года, а по факту иметь... выезд сегодня миллионов и миллионов наших граждан, наших жителей за границу и работать во всей цивилизации,
только не в Украине. Вот мы придем к Молдавии. Молдавия сейчас, если поедете по Молдавии, она пустая. И я почему? Я задаю вопрос людям, они говорят, так мы, у меня все дети там. Не жити, не працювати. В Лондоні вже давно живуть, так вони там працюють, пашуть. Повертаючись до цих законопроєктів 5388, 5371, от із зрозумілого, доступного і позитивного почула про вільний договір, так? Про зняття певних оцих обмежень щодо графіку роботи. Що ще? Там достатньо великі позиції, зв'язані з організацією, там, і, знаєте, общий підхід следующий: лібералізація отношений роботодателя і работника, тобто приведення цих речей к нормальному человеческой коммуникации, когда мы понимаем прекрасно, что вот об этом вопросе весь строится вся работа. Дальше мы можем входить там в детали, я не буду сейчас, наверное, больше здесь Борис будет в деталях, вот, вот прямое поле. Но мы говорим об этом о позиции. То есть мы не должны усложнять. А с другой стороны, я как работодатель понимаю, что они несут прямую ответственность. Это там же отражается за организацию необходимых условий труда. Потому что, в конце концов, охрана труда в хорошем том понимании, она никуда не девается. Вот вопрос организации рабочего места, даже дистанционного, она должна быть. Поэтому мы здесь находимся в этом поле. Коротке до вас питання, уточнюючи, ось ці два законопроєкти, вони певним чином торкаються питання офіційного працевлаштування. Обов'язково. І також стоять і на захисті інтересів найманого працівника. Обов'язково. Вони збалансовані якраз цим моментом. Дуже тішить, хочеться сподіватися, що ми побачимо їх проголосованими, хочемо бачити, що дійсно відносини співробітника найманого і роботодавця, вони з одного боку регульовані, обидві сторони захищені, з іншого боку дійсно стають більш людяними. Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На цьому ставлю крапку. Але ефір сьомого телеканалу триває на часі. Випуск новин, тож перед